В данный момент Александр Шевченко играет в игру. Мы придумываем песни, мы учимся думать о нотах, о стихотворении. И я думаю, что Александр сейчас просто заворожил весь зал, потому что он придумывает песню о добре. Ну как вам, Александр? Круто. Чего-то научил? Белые розы, розовые розы. А чему? Розовой фамилией занималась Алая. А приезжаем вот нашим десантом под флагом добра в любой город. Мы обычно приезжаем на пару, иногда даже на тройку дней. Иногда приглашаем к себе, мы устраиваем эти семинары и форумы в Москве. За это время ты понимаешь, что есть что-то хорошее и важное. И этого никуда от тебя и никому никогда не забрать. Вот давайте я буду сейчас надиктовывать. Вы вставляете мысли, которые тоже будут резонанс. Сейчас быстро попробуем. Давайте. Сегодня каждый сердце пусть услышит. Хорошо. Сегодня каждое сердце пусть услышит нас. Хорошая строчка. Сегодня каждое сердце пусть услышит нас. Услышит нас и станет, допустим, пусть станет, услышит нас и станет мудрее, мир хороший, добрее, как хорошо. Сегодня каждый. Хорошо, это про нас нужно писать, а все остальное тут можно было бы успеть, но за час тяжело показать, чем отличается хорошее от плохого. Музыкотерапия, поэтому будем петь вместе. Мир меняется, когда люди поют вместе. Я с этого начинал. Так. Первая строчка. Сегодня каждое сердце. Сегодня каждое сердце пусть услышит нас. Услышит нас и станет чуть добрее. Будет больше света и счастливых глаз, и искренних друзей у каждого из нас. Здесь, на земле моей, и всякий раз я скажу лишь для вас. Сегодня родился хит. Его сходу поддержала молодежь. Молодежь поддержала, Миша. Автор доволен. Молодежь в кураже. И мы сейчас на дорожку еще споем вместе. Спасибо вам, что включились в ту работу, которую мы только начинаем. Арт-коммуникация.